28 декабря приехали в деревню, чтобы нарядить эту красавицу. Этой елочке уже 4 года. Высаживали ее совсем крошечная. Так она у нас выросла. В деревне Московской области минус 4 градуса. Везде наледь. Вот такая подморозе. Буквально вчера шел дождь, а сегодня утром минус 4. И все замерзло. Тебе нравится наряжать? Да. Мы уже одну елку нарядили в квартире. Теперь на улице и еще в доме. Будем в доме наряжать. Мирош? Да. Не подходит. Привезли игрушки. Игрушки самые простые для улицы. Это пластмассовые. Тоже давно очень покупались. Да, здесь еще от этого, от светильника какого-то. В общем, такие старенькие игрушки. Пластмассовые, лишь бы они не бились сюда на улицу. А стеклянные будем еще вешать в доме. Елочку наряжать искусственную, конечно. А ну покажи. Покажи. Бусики покажи. Какие еще бусики есть у нас. Давай я повыше их повешу. Как-нибудь вот так. Смотри, бусики будут висеть. Ну вот, наша красавица готова. Нарядили. Такая у нас красивая получилась, да? С игрушками. Она очень пышная. Здесь, конечно, на самом деле могло бы поместиться очень много игрушек. Но решили повесить только пластмассовые. Но все равно очень красиво. Осталось нам нарядить третью елку, которая стоит в деревне, в строящемся доме. Здесь еще, видите, черновая отделка, но это не помешает нам ее нарядить. Елочка очень старая, больше 15 лет, но решили на следующий год поменять, потому что ужасно сыпется. Она уже расшатана, неустойчивая. Ну, будем в этом году наряжать, что есть. Еще достала Дед Мороза. Если кто помнит, это, наверное, начало 90-х, может быть, середина 90-х. Такой был пластмассовый Дед Мороз с такой веревочкой. И он был набит конфетами. И здесь была крышка, она закрывалась. И такой подарочный сладкий Дед Мороз. В общем, он здесь будет стоять. Снегурочки нет, будет один стоять. Видите, елка такая уже лысоватая. Но ничего. Также приготовила, это еще не все, советские тоже игрушки, не все стеклянные. Я думаю, многие вспомнят такие игрушечки из нашего детства, новогодние, елочные. Ну, конечно же, куда не обойдешься без сосулек. Такие. Мне кажется, такие вообще игрушки, они были в каждом доме. Такие игрушки, мне кажется, это вообще были у всех. Они такие плотный, вспененный материал, вечные. Они не бились и никогда не изнашивались. Смотрите, в каком они хорошем состоянии. Это Снегурочка здесь и был Дед Мороз. Вот он. Тоже очень хорошее состояние. Не знаю, это, наверное, 80-е годы. И грибочки все помнят. Медвежата стеклянные, розовые, желтые. Избушка на курьих ножках. Ой, по-моему, они были у каждого. Такие шары тоже были очень модные. А еще вот. Так, ни одна елка не проходила без шишек новогодних елочных игрушек. Тоже они были разные, разные все. Это грибочки, я уже показала. Такие шишки. А, да, вот такие орешки были.
Еще были орешки здесь. Вот такие орешки. Вот тоже. Такие мячики были. Да. Тоже красивые. Потом еще какие вот маленькие Будда. Вот он. Тоже. Красиво. Тут тоже есть что, камера плохо фокусируется. Тут шарик, вот маленький Будда. Тут еще и шарики есть. Шарики, да. Сейчас самое интересное будем наряжать. Еще ну такие что? Бомбочки были. Да. Давай, вешать игрушечки. Начинай. Елочку пока мы нарядили только игрушками. Игрушки из нашего детства. Советские стеклянные игрушки. Все стеклянные, ну, кроме игрушек такого плана. И еще есть обезьянки, они тоже стеклянные. И такого же плана снегурочка такая. Стекло, конечно, наитончайшее. Прям боязно даже их вешать, такие игрушки. Смотрите. Я думаю, слышно, насколько тонкое стекло. Это гирлянда, между прочим, вот такого плана. Это тоже советская гирлянда. Еще, знаете, у нее розетка такая вот нестандартная. То есть ей нужен будет переходник. Я его сегодня не взяла. Надо будет привезти. Сейчас на этой елке очень много игрушек. Как вы думаете, сколько игрушек на этой елке? Остановите видео, напишите комментарий, а в конце видео я напишу, сколько игрушек мы повесили на эту елку. Сразу скажу, их много. Елка наряжена со всех сторон. И сзади, и здесь. Посчитайте, сколько игрушек на этой елке. Так, ну что еще не хватает на таких елках, как из нашего детства? Это обязательно очень много мишуры. Я хотела повесить такую, но не стала. Потому что елка старая, ветки уже плохо держат. Она тяжелая, поэтому, чтобы у нас еще не побились игрушки, не буду вешать. А вот дождик – это атрибутика каждой елки, я сейчас повешу. У меня еще есть такие более современные огоньки. Тоже я их повешу на елку, чтобы она была у меня такая вся светящаяся. Только, конечно, и дождика у меня мало, всего лишь одна лента, но все равно она очень красивая, я сейчас повешу. Дождика, конечно, маловато, еще бы здесь снизу свисал, было бы вообще хорошо. Но ничего, за счет того, что я здесь буду огоньки включать, будет красиво. А еще, знаете, в детстве мы всегда ставили дома настоящую елку, и где заканчивались веточки, мы всегда здесь прикладывали, катали из ваты шарики, и сюда их, не знаю, так прикладывали, вроде бы как снег. Делали ли вы так? У нас было такое в детстве. А я хочу вам пожелать всего самого хорошего и поздравить вас всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем пока!